Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас три посылочки на тему пневматики. Итак, сегодня у нас три посылки на тему пневматики. Сразу извиняюсь, прошу прощения за голос. Немножко простудился. Болит горло, но я думаю, это нам не помешает. Так что давайте приступим к распаковке. И что же нам пришло? Значит, давайте первая посылка. Первая посылка с Москвы. Первая посылка пришла с Москвы. Давайте ее откроем. Здесь должен быть кит от Юрка. Кит на Кроссман. На Кроссман 21.00. Значит, пакет пустой, все, больше ничего там нету. Вот так вот выглядит кит. Зачем я заказал этот кит? Да потому что мне буквально через пару дней должны привезти целый арсенал. Три пистолета, две винтовки должны принести, все это на апгрейд. Сниму с этим видео и будем делать апгрейд. Значит, что, в чем суть этого кита? В том, что замена всех пластмассовых деталей, которые стоят в Кроссмане, замена всех этих деталей на металлические, вот клапан подачи и все остальное. Все это будем менять, должны принести, сниму обязательно, что принесут. Должны принести три пистолета и две винтовки, и будем мы их модернизировать, посмотрим, что за пистолеты, снимем обзорчики. Значит, вот это вот первая посылка, это кит. Вторая посылка заказывал я на eBay. Заказывал на eBay. Это сошки. Сошки шли они полтора месяца, шли довольно-таки долго. Давайте посмотрим, что за сошки, потому что здесь более-менее нормальных, недорогих сошек я не нашел. Оценена посылка в $14, хотя они там дешевле стоили. Вес 300 граммов. Так, все пусто, завернуто вот в такую вот поролонку. Коробка помялась, так что хорошо ее, похоже, попинали. Коробка помялась. И давайте посмотрим сами сошки. Сошки я буду устанавливать на свою винтовочку. Так. Крепление. Да, крепление здесь интересное. Так вот здесь крутится и здесь вот зажимается. Надо какую-то проушину делать. Ну ладно, с этим мы разберемся, это что-нибудь придумаем, это уж не такая проблема. Проушину сделаем. Значит, вот такие вот сошки. Они должны быть телескопические. Я полагаю. А, вот, все. То есть нажимаешь, они выдвигаются. Очень интересно. Да, вот такие сошки поставлю на свою винтовку. Значит, сошки. И давайте откроем третью посылку. В третьей посылке должен быть тактический ремень. Тоже буду крепить на свою винтовку. Давайте. Посылку я заказывал на AliExpress, цена $2. Шла на 2 недели. Надо все-таки заняться, доделать свою винтовку. Да. Вот такой вот ремешок. Здесь металлические карабины. Два металлических карабина. Здесь, я так понял, резинки. Да, тянутся. Резиночки с двух сторон. Ну, вот эта вот пластмасска слабенькая. Если где-то дернуть, то вылетит она. Вот такой вот тактический ремешок. Ну, довольно-таки все хорошо. Буду устанавливать все это. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного видео. Будем разбирать эти винтовки Кроссмана. Буду свою винтовку доделывать. Заходите в описание, смотрите, комментируйте, советуйте. Ну а пока все. Пока, до новых встреч. До следующих видео.